Православные христиане отметили самый главный праздник в церковном календаре. После двухлетнего перерыва, связанного с противоэпидемическими ограничениями на мероприятиях, наконец-то было действительно многолюдно и очень торжественно. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Для тех, кто привык отмечать праздничные даты в полном соответствии с традициями, предыдущие два года были довольно трудными. Необходимость соблюдения из-за ковида санитарных правил порой вынуждала отказываться от того, что у православных верующих из поколения в поколение считалось правильным. Но когда наконец-то были сняты некоторые ограничительные меры, большая часть прихожан церквей вздохнули с облегчением, для себя решив непременно стать соучастниками праздничных мероприятий. Это что-то такое светлое. Я не знаю, сюда, когда в храм прихожу, какое-то облегчение души. Это вот словами даже не передашь. Встречаемся. Вот у меня здесь сестра, дочка инвалид, больная, я, еще там соседки. Вот встречаемся, разговелись. Уже в субботу на территории Покровского храма было многолюдно. Приходили те, кто, скорее всего, не смог бы посетить праздничное богослужение в ночное время. Подготовка к самому важному православном церковном календаре событию продолжалась 48 дней или 7 недель. Последняя из них страстная. За эти 7 дней верующие обычно проводят дома тщательную уборку, готовят блюда к праздничному столу. Для всех православных христиан этот день особый. Мы празднуем торжество победы Бога над грехом и над смертью. Господь, как мы знаем, был убит, был распят. Человеческий грех, человеческая алчность. Его хотели убить, но не победили. Господь воскрес. И тем самым он задал особый тон той вере, которую мы называем христианством. Люди приходили в церковь, чтобы совместить посещение дома Господня с освящением своих даров. На столах куличи, яйца, другие съестные приношения. Впоследствии многое из этого, скорее всего, будет роздано родным и соседям. В этот день традиционно все христиане хотят и приходят в храм. Это самая главная традиция Пасхи Христовой – прийти в храм, поблагодарить Господа за то, что мы с Ним, за то, что Он с нами. Мы при этом радуемся и опять-таки приветствуем друг друга. Наиболее торжественная часть праздничных мероприятий прошла в ночь с субботы на воскресенье. Задолго до начала пасхального богослужения на территории церкви уже много прихожан. Взрослые стоят вместе с детьми, ведь традиции должны передаваться от старших к подрастающему поколению. После чтения молитв – крестный ход. Атмосфера завораживает, даже если вы не особо впечатлительны. Чуть позже в Черкесск планировалось доставить благодатный огонь, ранее вынесенный из гроба Господня в Иерусалиме, чтобы раздать прихожанам. Артур Мхце, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия.